Более 50 мотоциклистов из Беларуси и России собрались у ворот Брестской крепости, чтобы дать старт братскому мотопробегу «Брест-Выборг» и почтить память героев, которые сражались за наше будущее годы Великой Отечественной войны. Мотопробег организован в рамках фестиваля «Балтик Ралли» и предусматривает путь протяженностью более 1000 километров, соединяя два исторически значимых города – Брест и Выборг. В России мотопробег стал традиционным и объединяет не только мотоциклистов, но и жителей и гостей города. А в этом году мероприятие вышло и за рамки России. И участники с гордостью посетили Республику Беларусь, что поспособствовало укреплению дружеских связей между народами. Мы делаем в истории Беларуси первый братский мотопробег от стен Брестской крепости и будем ехать до тоже старинного города, легендарного, исторического и пострадавшего в войне не меньше, чем наш Брест, это город Выборг. Мотопробег организован в честь 80-летия освобождения Беларуси, в частности, города Бреста и Брестской области от немецко-фашистских захватчиков, а также города Выборга и снятия блокады Ленинграда, 80 лет то же самое. В эти даты как раз вот числа, мы знаем, 3 июля освобождение Минска и войска, и шли освободители, и шли в направлении Бреста. То есть вот все города, по которым мы сейчас будем ехать, освобождались вот в эти даты. Отправной точкой мотопробега стала Брестская крепость, где участники отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны и возложили цветы к вечному огню, почтили память жертв минуты молчания. Также в рамках мотопробега планируется посещение других памятных мест и мемориалов. Мотопробег продлится в течение нескольких дней, а завершится 18 июля у стен исторического Выборгского замка. Во-первых, мы давно очень дружим, взаимодействуем очень плотно с сообществом Р-98 в Беловежской площади. Во-вторых, безусловно, Беларусь мне лежит в сердце далеко и глубоко, и я каждый год по несколько раз сюда приезжаю и... Условно, в рамках фестиваля «Балтик Ралли», в рамках этого большого пробега не мог не присоединиться и не побыть участником, потому что чувствую себя действительно частью вот этого всего большого сообщества. Вообще мотопробег – это, грубо говоря, заезд на фестиваль «Балтик Ралли». Но в данной ситуации он еще приурочен к 80-летию освобождения Брестской крепости и к 80-летию снятия блокады Ленинграда. А это тоже очень важные моменты в нашей истории, которые нельзя забывать, на которые нужно обращать внимание, особенно это касается молодого поколения. Таким образом мы просто привлекаем внимание молодежи, в частности, и других людей к важности этих событий, потому что память, она всегда должна быть. Участие в мотопробеге приумножает чувство гордости и патриотизма у каждого участника, позволяя им не только почтить память павших, но и ощутить дух сплоченности. Мероприятие становится свидетельством того, как мотоциклисты могут объединиться во имя важной цели и выразить свою поддержку великому подвигу наших предков. Собрались по хорошему поводу. Сегодня состоится братский мотопробег «Брест-Выборг». Собралось довольно-таки достаточно большое количество участников. Мы видим, что тема этого пробега всем интересна. Тема, конечно, патриотическая, направлена на сближение братских народов. То, что мы здесь собрались в Брестской крепости, это тоже символично, потому что здесь состоялись события, которые никто не может забыть, и это часть нашей истории, мы не забываем историю. Анастасия Панасюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, новости Бреста.